Ребятки, всем привет-привет! Сегодня я делаю домашнюю лапшу. Вот замесила тесто на домашних курячих яичечках. И добавила, значит, сюда молочко, муку, соль. И такое прям покруче-покруче тесто. И вот сейчас вот режу вот на такие вот пластики. Раскатаю на комбайне, потому что руками здесь очень много у меня, аж 10 яиц. И поэтому буду раскатывать на электрическом комбайне и резать тоже на комбайне. Вот, раскатываю немножечко скалочкой, чтобы не напрягать машинку. Чуть-чуть помогу, вот так вот, чуть-чуть раскатаю. И сейчас пропущу уже через машинку. Вот, заготавливаем лапшичку. Вот так, видите, вот такая вот получается она у нас нежная, тоненькая. Сейчас вот побольше муки и встряхиваю ее с мукой. Муку я не жалею, прям много-много всегда сыплю муку. И она тогда у меня не слипается. Вот так, видите, я встряхиваю. Нежная-нежная, прям такая, как серпантин. Видите, струится. Ой, красота. Вкусная будет лапша зимой с уточкой, с курочкой, вообще с домашней. Ой, прелесть. Все, раскатала сейчас все на противень и на улицу сушить. У нас солнечно, хорошо, очень солнечно, чересчур просто солнечно. Вот. И она быстро у меня там высохнет на улице. У нас очень жарко, жара продолжается. Сегодня у нас 35 градусов. Вот, иду. Сейчас все буду сушить лапшичку домашнюю. Накрутила вот на домашних яйцах. Сейчас вот на столе все буду сушить. Очень у нас жарко. Погода, конечно, хорошая, но жара уже как бы нам и поднадоела. Все хочу вам снять видео про свои пеларгонии. Здесь у меня королевские, очень много сортов. И все никак не выберу время. Некогда мне. Здесь вот стол вытащили мы с Валерой на солнышко. Сейчас я простелю чистую простыночку. И здесь буду сушить свою лапшичку домашнюю. Она здесь на солнышке, на ветерочке. И у меня быстро-быстро высохнет. Вот так вот. Мы ее тут все протрясем, протрусим. И сверху накроем марлечкой. Что летом приготовим, то и зимой будем кушать. Ну вот, вот так накрываем. Вот так накрыла, и все, и пусть сохнет. Сейчас еще пойду накатаю. В общем, за один день мы готовим лапшу на весь год. Очень жарко у нас. Валера вот спасает, бегает, все цветочки мои поливает. С утра в вазонах приходится поливать и вечером, потому что очень-очень жарко у нас. Дорезала я до конца лапшичку. А смотрите, пока я резала, а здесь уже вот и высохла. Сейчас покажу. Видите, уже сухая. Вот такая вот у нас жара стоит. Ну, не знаю, на солнце... так передали, в тени 35, а на солнце, я думаю, что градусов тут 45 точно. Все уже высохло. Сейчас вот это тоже вот так вот аккуратненько я ее встряхиваю. Приподнимаю. У меня есть видео, я в начале видео поставлю там ссылочку, где мы с Сашей в том году мы делали также лапшичку. Вот, вот так вот. Сейчас эту тоже разложим и пусть сохнет дальше. Обычно мы на улице, конечно, этим занимаемся, но сегодня такая жара невыносимая, поэтому я спряталась в дом под кондиционер. Вот под кондиционером все сделала, уже на улице пусть все сохнет до конца у меня. Потом просею ее через друшлаг, через сито.
всю муку уберу и еще зарумяниваю на сковородочке до румяного цвета. Все складываю в банки сухие, и хватает нам на всю зиму. Вот в этом году Саша приехала, говорит: мам, у меня еще осталась лапша, не надо мне. И я расслабилась, не стала делать, а вот потом думаю, не надо сделать, пока такие вот теплые денечки. Питоньки радуют своим цветением. Конечно, Валере достается поливать, но ничего, но очень жарко, конечно. Цветут, но с таким прям трудом все цветет. Мучается, но цветет. Ну все на этом, ребятки. Всем пока-пока. Всем вам тоже хороших заготовок. В общем, у нас день год кормит в деревне. Не потопаешь, не полопаешь. Вот так вот и топаем, вот так вот и лопаем потом. Все, что приготовили. Ну все, всем пока-пока. Всем спасибо за подписки, за лайки, за добрые комментарии. Алиса, где наша Алисочка? Алисочка!